Здравствуйте, меня зовут Валентин, вы на канале Мика Арчер, и сегодня я хочу поговорить про одну такую простую, но очень распространенную среди новичков тему. Это почему падает стрела с лука и что делать, чтобы этого не происходило. И писали мне, и сам я наблюдал много раз, вот примерно такую ситуацию. Новичок взял или купил себе лук сам, или где-то в тире развлекательном взялся за лук, и происходит вот такая вещь. Тянет стрелу, она бац, и падает. Почему? Или еще бывает, тетива вообще живет своей, стрела живет своей жизнью. Ну, в первую очередь, это действительно ошибка, это означает, что вы делаете что-то не так. Что же именно? Вот это вот движение, оно для организма немножечко не свойственно. Мы обычно этим не занимаемся. И поэтому, когда вы взяли лук в руки, пытаетесь его натянуть, как только появляется нагрузка, организм начинает как-то на это реагировать. Он чувствует, что происходит что-то, мозг чувствует, что происходит что-то не так, теряется равновесие, появляется непонятная нагрузка, пытается распределить, и поэтому гуляет левая рука. Лук начинает шататься, вертолетить, болтаться, стрела падает. Это первая ошибка. Вторая. Зажимается хвостовик. Хвостовик как раз зажимать не надо. В подавляющем большинстве случаев вообще лучше не касаться. Ну, или касаться очень-очень слабо. Ну, разные там ситуации есть, но как мы тянем за тетиву? Мы взяли за тетиву, неважно как, хоть трипод, хоть еще как-то. Но самое главное, когда мы растягиваем лук, наши пальцы тетиву как бы немножечко скручивают. И поскольку хвостовик нормально должен находиться на этой тетиве, стрела уже сама чуточку к луку прижимается. А чтобы левая рука не болталась, для начала нужно, для первых тренировок особенно, не брать слишком мощный лук и взять лук в руку правильно, встать в устойчивую стойку, и все у вас получится. В описании к этому видео я оставлю ссылочку на тему того, как стрелять из лука. Ну, пока это у меня единственное нормальное видео на эту тему. Но там этот момент тоже освещается. То есть, нормальная стойка, правильный хват за лук, правильный хват за тетиву, правильная тяга. Тянем мы спиной. В видео по ссылочке это все рассказано. И все будет замечательно. И не нужно даже указательными пальцами особо что-то придерживать или как-то сильно заваливать лук. Так что на самом деле все очень-очень просто. Пробуйте, стреляйте, говорите, как у вас получилось. Пока!